во-первых, вашей стране. Я ни в коем случае не пожалею, то, что я прилетела сюда. Не столько из-за короны, вы помните, я была на интервью, сколько мне было интересно познакомиться с самой страной, с ее культурой, жителями, с традициями. А корона была полностью. Но я не ожидала, что она окажется на моих руках. Мне безумно приятно. Следующий шаг, так как я представительница мисс СНГ, я буду нести этот титул достойно. Весь год. И затем передам корону в следующей части. Спасибо.